Ну, расскажите нам о ваших ощущениях. Необычный очень аппарат. Вот за это ощущение. То есть он весь такой очень валкий. Вот база длинная получается. Ну и как бы такой довольно приятный в центр получился велосипедик, то есть на нем можно прям вот так откинуться и просто кайфовать. Так видишь, что уже погода, все потеплее. Чтоб не было минус 5 на улице, а где-нибудь так, плюс 25. И на пляж, на таком можно. Что тут по моторной линии у нас? У меня стоит два двигателя по 1000 ватт каждый. Что дает довольно быстрый разгон. Это все дело покажем ближе. По 800 ватт, да? Ну даже, да, даже немножко меньше они получаются. Это колесо получается у нас 24-е, ага. Это 26-е. 26-е, а? Такой немного чопперный получается по компоновке. На базе велосипеда на марке 3G. 3G, так. Делают наши коллеги из компании Rastabike. Продают, всеми известные. И там же продают его. Такой получился вот необычный велосипед, по-моему. Ага, что у нас по батареечкам там? У нас самодельная спаяна из элементов LG. Вот, на 48 вольт. Да, будет корпус сделан, короче. Будет сделан даже в виде кофра. Ага. Такого кожаного, чтобы под стиль данного велосипеда. То есть, чтобы тут все было красивое, чтобы она как бы была защищена. Что было не холодно батарейки, потому что все-таки ветром не обдувает, тут довольно сильно. Вот, лучше, чтобы она была в тепле. Для зимы, по крайней мере, точно. И так вот и все. То есть в чопперном стиле такая будет, да, кофрик тут? Да, да. Ну давайте я вас. С толстой кожи. Все дела. Стартаните. Всем удачи.